Всем привет, друзья! У нас вышло обновление в волках. Здесь много интересного появилось. Домашние квесты сделали более такие, ну, видом поинтересней. Исследовательскую, то, что мы туман открывали там в самом начале, я объяснял там в некоторых видео, что надо туман открывать. Здесь нам какие-то награды подсуетили. Давайте соберем. Ну, это такое. Тоже не очень. Ну, для начальных этапов это неплохо даже, я бы сказал. Вот, два клыка, это отлично. Телепорты, хорошо. О, еще волки. 3000 волков уже, считай, дали. Первый уровень 5 клыков, это уже 7, нормально. Опыт. Опыт всегда хорошо. Да, опыт. Опыт это отлично. Вот здесь... У вас будет, наверное, там, ну, у меня, видите, 120 из 120, 112 из 112, а у вас будет, типа, меньше. Это вы вот сюда перемещаетесь, например, здесь вот посетить, и вот такие домики, то, что не зеленые, у вас они будут желтые, которые вы не прошли. Туда летаете своими орвами, там награды. Из домиков этих тоже, кстати, из пещер дают немало клыков, там, всего такого. Если все открыть, то нормально насыпет. У меня клыков 141 штука, этих 174. Коплю я на мешку. У нас с тысячным сервером будет Рубилова. Также еще что я заметил, что добавили. Я не читал. Там какой-то, точнее, я прочитал, там какую-то битву зомби добавили. Или что такое, нападение зомби. Нифига не понял, вот здесь. Добавлен режим вторжения зомби. Пока не понял где. Добавлена функция сохранения развернутого построения. Это скорее всего это у нас. Но я пока не могу проверить. Типа сохранение отряда, чтобы не выбирать постоянно самому. Но сохранять можно будет. Также в событиях, вот здесь я увидел краем глаза. Так, вот. Это у нас колесо, у меня где-то два видео было по колесу. Здесь будет выпадать вот такой Ньюфи. Секундочку. Здесь будет выпадать Ньюфи. У всех, у кого алмазы есть, там, у кого есть вариант задонатить, советую. Потому что этот Ньюфи очень жесткий пассажир. Давайте его посмотрим. Вот он у нас. Он у нас на койотов. Он в самом начале был у нас в игре, еще один был. Вот этот Ньюфи и еще один был, я не помню. На Х, по-моему, как-то. А, Хати. Вот их двое было, койотов. Их убрали, и вот сейчас Ньюфи добавили, и он будет в этом колесе. Всем советую, у кого есть алмазы, у кого есть вариант задонатить, донатьте. Кому надо помочь с донатом, пишите. Я помогу. У меня есть возможность донатить через другую карту другой страны. Так, ну его очень советую, на койотов он будет очень жесткий. Его я по-любому буду тащить. У меня 33 тысячи. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Так, 33 было. Сейчас посмотрим, сколько будет в общем. 40 тысяч у меня. Почти 41 тысяча самоцветов. Так что я нормально ворвусь. Но по-любому вытащить его я хочу. Это 100%. Потому что я его еще тогда хотел. Тогда не было возможности его нигде достать. Теперь они добавили его в колесо, придумали. Также у меня на него есть легендарного героя фрагменты. Так что раскачаю я его сразу нормально. Ну, более-менее где-то... Ну, я, наверное, все буду алмазы тратить на него. Так что советую. Потому что не факт, что он будет еще раз. У них как-то получается... Вот они добавили Локи первый раз, когда было колесо. Вот здесь он у нас. Вот. А, Логан это. Это не Локи. Логан. И все, он пропал уже, я не знаю, сколько времени прошло. Потом был, у меня видео было, Playboy был. Потом было вот эти части, то, что я показывал сейчас, универсальные. Сейчас Ньюфи. Следующий не знаю, кто будет, если вообще будет. Может, также части сделают. Так что всем советую, у кого есть возможность, делайте. Копите сейчас алмазы, это будет 19 числа. Сейчас у нас 15 число. Через 4 дня, получается, в понедельник.
Время еще есть подкопить, но тоже не очень много осталось. Так что, друзья, всем советую. Ну и так, вроде с каждым разом все лучше. Вот это вообще они красиво придумали. Мне нравится. Прикольненько. Здесь я уже все открыл. Кому интересно, пишите, я могу записать видео по каждому животному. Там описывается животное. Здесь стрелочка появилась. Сразу можно нажать. Ой, сразу можно купить. Неплохо. Это очень неплохо. В эту обезьяну теперь лезть не надо. Неплохо. Так. Мы ничего вроде такого не добавили больше. Зомби вот эту непонятно, где она будет. Будем ждать. Обезьяна, что там, ее не убрали, ничего. Нет, обезьяна на месте. Все на месте. Не забывайте, друзья, вот это покупать каждую неделю. 50 штук здесь энергии. И 50 ускоров. Это все за мясо, так что покупайте. Не забывайте. Здесь энергия очень нужна, в каждом этом, в каждом событии нужна энергия. Все, друзья, пишите в комментариях, кому что рассказать. Может, что-то непонятно по игре, я могу сделать видео по запросу. Так что пишите, помогу, чем смогу. Всем спасибо, всем пока.